Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я уже не буду рассказывать про теплицы, потому что у нас идет война. Самая настоящая война. И для нас, украинцев, это Великая Отечественная война. И мы будем сражаться. Нам удалось спастись, мы были на кухне, повезло. Прямое попадание в квартиру, в зал. У жены со старшим сломаны ноги, открытые переломы, младшего увели спасатели куда-то, а я его сейчас разыскиваю. И все, кто к нам придут, для нас это завоеватели и оккупанты. Мы всех будем уничтожать. Воинская часть. ВЧ-02-511. Место дислокации. Каменка. Область. Сколько лет? 21. Область какая? Ленинградская. Ленинградская. Старый Новый Петергоф, да? Так классная точно. Вещь. Ваша. Воробьев Вадим Валерьевич. Воинская часть. 02-511. Севастополь? Да. Зовут как? Дима. Фамилия, имя, отчество? Иванов Дмитрий Алексеевич. Что здесь делаешь? Отправили. Кто? Ну, командир. И чтобы вам не говорили, денацификация для нас — это полное уничтожение украинского народа. Потому что мы все по понятию вашего великого Путлера, все мы тут нацики, потому что мы будем сражаться за нашу родину. И у меня возникает вопрос: неужели вы хотите настоящей полномасштабной войны? Неужели вы хотите уничтожить полностью всю Украину? Сеня, быстро! Это военная часть на Берестей. Уже минут 10. Горит что-то не так. Нет, это было.